Ну что ж, всем привет. Две канистры от какого-то чистящего средства попались мне на глаза. Мой мастерски наточенный ум дал сигнал, что нужно из них что-то сделать. Сначала кладу ровненько и размечаю одинаковые разметки. После чего начинаю испытывать дрель, которую любезно мне предоставила компания Bord. Еще в детстве я узнал эту компанию, и до сих пор у меня лежит дрель, которая уже 15 лет, и она до сих пор работает. Думаю, что современного инструмента данной компании хватит на всю жизнь. Сверху дырки просверлил, теперь размечаю дно моих канистр. И все той же дрелью высверливаю еще два отверстия. Канистры в сторону, беру десятку фанеру и начинаю колдовать над ней. Сначала сколдовываю две фанеры вместе, используя три самореза. А потом с помощью лобзика наколдовываю вот такую вот дырку в самой верхней фанере. Самое время разместить две канистры на этой фанере. Разложив так, как надо, начинаю прикручивать их пресс-шайбами. Решил, что по три штуки в каждую канистру будет достаточно. На рынке строительном прикупил 4 вот таких вот манжеты. Впихиваю их туда не до конца. Возле самого края промазываю все силиконом для того, чтобы создать более лучшую плотность. Такую же процедуру выполняю во второй канистре. Сверху тоже промазал силиконом, это все осталось за кадром. На том же рынке приобрел трубежки 50 размера, канализационные. Собрал в одно целое. Решено было с одной стороны отрезать входной разъем. С помощью ленточной пилы делаю это за 2 секунды. Весь этот канализационный конструктор втыкиваю сверху и спереди своих канистр. Прежде чем продолжить, дальше нужно найти альтернативу шуруповерту, так как мой шуруповерт разрядился и стоит на зарядке. Слава богу, компания Bord прислали мне еще набор инструментов, тоже для того, чтобы их протестить. Вот как раз сейчас я это и сделаю, с помощью их отвертки. Ссылку на такой наборчик оставлю в описании. С самого верха, не обязательно в таком же положении, прикручиваю крепеж от такой же трубы. С самого низа сегодняшней самоделки прикручиваю пару колес для мобильности этого аппарата. С помощью отвертки черенков делаю упоры для того, чтобы весь механизм этот стоял ровненько.
Дело за малым. Беру заглушку от той же 50-й трубы и сверлю отверстие диаметром 4 см. Устанавливаю все до конца, и моя самоделка готова. Получился вот такой вот фильтр для крупных опилок. Либо можно какие-то гайки собирать, вообще без разницы. В идеале, конечно, гайки. А почему в идеале? Да потому что единственный минус этого фильтра – очистить этот фильтр. Конечно, можно придумать что-то дополнительно, чтобы эти отсеки открывались и не выковыривать все из этих горловин. Но я сегодня хотел просто показать на примере простых обычных вещей, что можно действительно сделать полезный фильтр и не угробить свой пылесос. Этот вариант, конечно, очень хорош, но если есть такие люди, кого не устраивает такой дешевый вариант, то, конечно же, лучше взять и приобрести себе пылесос, строительный, профессиональный. Такого типа пылесос прислала мне компания Bor. Очень хорошая вещь. Если кто-то не знает, то этим пылесосом можно собирать абсолютно любой мусор. И даже высасывать, выкачивать воду. Также в этом пылесосе имеется розетка, для того, чтобы подключать любой инструмент. Ну а также хочу показать, как он собирает воду. Наливаю в контейнер воду и начинаю отсасывать оттуда воду буквально за 30 секунд. Я собрал примерно около 2 литров воды. И что самое главное, собирает он воду до самой мельчайшей капельки. То есть получилось так, что в контейнере не осталось ни одной капли воды. Посмотрим, что внутри. Тут вода и опилки. Это все легко выливается, если надо, моется и ставится обратно. Если интересен именно такой пылесос, я оставлю ссылку, переходите, смотрите, если что-то понравится, то можете приобретать. Ну а на сегодня все, спасибо за просмотр, лайки приветствуются, комментарии обсуждаются, всем пока-пока.